load. Я на контейнере. Я на ПГ. Blue team takes the lead. Один дом, короче. Еще дом, тип. Это я заряжаюсь. РПГ, тип, минус 75. Blue team takes the lead. Я не могу давать. Blue team takes the lead. Забери, там КД сейчас пройдет. На РПГ. Red team takes the lead. РПГ битый. После поляны ушел битый говно. Второй на РПГ. Вышел поляну. Оба поляны. А что, Язава это криптонит Шекли? Говно мидл. Идет танк. Понял. Я заберу РПГ. На кубах. Да, это что было? Вот как он так... Дай ракеты же. На гараже этого забрали.
Вы вместе добьем, вы вместе добьем, Сворд. На танке. Найс. Я жду ракеты. Бля, вы можете кто-то второй со мной в зоне стоять, пожалуйста? Да, она очень битый в говно. Мидл. Я заберу РПГ. Все, у них нет РПГшника, это тот тип. Апсы. Биты. Слушай, ну кстати, реально апсы же. Хорош. Удобно это снайпер. Ну понятно, что удобно, бля. Пеллет, пеллет. Takes the lead. А ты играл с ними когда-нибудь? С Hunters? С Killer Monkey, там, вот этот Raven, Black Raven. Че, они реально жесткие были? Ну, с поправкой там на мониторы, интернет там и так далее. Понятно. Ну вот, когда я вот только учился, ну как я и не научился, ну типа, если, короче, да, вот так скажем, я вот только вот учился вообще всему, я смотрел их демки, кстати. И Lost Village, да, я смотрел, как они играют. Круто играли, серьезно, круто. На контейнере. Ну, понятно, стреляли гораздо хуже, но хорошо играли все равно. Он мид пошел. Я забрал РПГ. Red team takes the lead. Да, кстати, Lost Village именно прикольно тем, что ее слушать можно. Она хорошо как-то слушается. Во! На контейнере.
на контейнере. Если бы, короче, Шекли говорил по-испански, это была бы заруба латино. Бля, Сворд, ну ты можешь про ПГ вставить? Ну пожалуйста, ну перестань. RPG low. Красных, по-моему, первая инфа проскочила сейчас. Говорит, ну типа лоу на РПГ, все. А Дюд Латинос тоже, да? А, ну да, 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 нормально. Еще один РПГ. Я думаю, что синие выиграют. Еще держится неплохо. Блять, просто нужно, чтобы один стал балкон, один на РПГ, блять, и все, и третий игрок просто играл по карте. Они просто бегали, нужно, блядь, чтобы Сворд меньше умирал, по-моему, если не выиграли все.
Ой, ладно. Ну все, сдался, не, проебали. Да, нет, самое то, не рано. Минус 75 мост. Пиздец. Заберите РПГ на контейнере. Забрали. Бери его, пожалуйста. Да, там было пипец весело. Там особенно не сделал на всех, короче, он не знал, что толк был один. Он нашел, как говорит, хуйло эстонское, блядь, заебал, блядь. Да, красавчик, братан. Я была в казино идти, ты всю свою удачу просрал здесь.